Смотрите, какой под шляпочкой. Идеальный грибочек. Ёкаламане. Смотрите, маленький. И ну, какой кабанчик. Боровичок. Толстячок. Фантастика. Ой-ой-ой, какие! Ой-ой-ой-ой-ой! Просто фантастика! Молодые! То, что надо! Смотрите, какие желтенькие! Желтые боровики! Сказка! Это кто? Фантастик. Идеальный, смотрите. Полубелый гриб. Какая форма у него. Просто эталон. Обалдеть, друзья. Вот она. Рука счастья, друзья. Из полубелых грибов. Желтые боровики. Смотрите, какой. Фантастический грибок. Представляете? Вот такого дружка мне подарил лесовичок. Это фантастика, смотрите. Свежак. Так. Ну, что там комары, когда вот такие вот грибочки попадаются. Ну, конечно, это вообще третий гриб, да? За сегодня. Ну, размерчик-то у него впечатляющий. Опа-на! Ха-ха. Вообще-то нехилый такой грибочек-то. Япона, мама. Шляпочка-то, смотрите, какая. Гриб-то обалденный. Ножище длинное. Ой, комары заедают, друзья. Фантастика, друзья. Сердце у меня забилось при виде вот такого грибочка. Фантастика. Посмотрите, какие грибы пошли. Это вот как раз сетчатый белый гриб. Звук. Ой, как я люблю этот звук. Музыкальный. Ну, кто музыкант, тот поймет. А я ведь музыкант. Ох. Обалдеть. Вот это да. Вот это гриб. Дастиш, фантастиш. Все, друзья, доехал я до своего основного места, где я был вчера, находил белые грибы. И здесь я все отлично осмотрел. Просто. И смотрите, какой красавчик. За один день вырос. Представляете? Я здесь вчера был, с утра. Ну, а сейчас день следующего дня. Чуть больше, чем сутки прошло. И ух ты какой! Вот это да!
Смотрите, идеальный. Вот это называется идеал белого гриба. Сетчатого. От шляпочки, смотрите, кто-то ползет там, паучок какой-то. Шляпочка, ой. Это лучший гриб за сегодня. Все, друзья, сегодняшняя грибалочка у меня окончена. И вот такой вот результат. О, с подсветкой, друзья, смотрите. Смотрите, какая у нее шляпочка. Бархатная. Ой, какой красавчик. Давайте его аккуратненько. Ой, идеальный, смотрите. Вот где я докоснулся, он уже посинел. Идеальный молодой грибочек, смотрите. Какая шляпка. Иду по траве. И тут, смотрите, друзья, кто попался мне. Ха-ха. Вот это грибос. Дубовик оливково-бурый. Смотрите, какой красавчик. Ой, ножка с сеточкой. Гриб красавец вообще. И еще тут один рядышком. Я сначала сорвал, не поверил. Представляете, дубовики. Фантастика. Обалдеть. Согласитесь, друзья, красавчики. Дубовички. Просто шикарные вообще. Класс. Я счастлив, друзья. Офигеть. Папа, первая находка? Да, что-то я не понял. Надо разобраться, кто это. Смотрите, друзья. Кажется, что, смотрите, беленький, да, сеточка на ножке. Ну, давайте посмотрим на него. Вот это грибос. А что-то какая-то ножка. А под шляпочкой, да, видите, розоватая, а ножка желтоватая. И это желчный гриб, друзья. Вот так вот он и выглядит. Оказывается, кого-то беленький. Горчак, смотрите. Да? Это горчак, да, желчный гриб. Он не ядовитый, но если вы добавите его куда-нибудь в суп, в картошку, то все станет горькое. Он горький. А может попробовать его вымочить в чем-нибудь? Все пробовали, ни у кого не получилось. Да? Значит, у меня будет то же самое. Ну, а запах-то обалденный. Запах очень хороший запах. Как горечь. Все ясно. Ну ладно, погнали. Ну что напишет-то? Это фантастика. Даже ворона со мной согласна. Или кто это каркает? Это чудо. Это бомбиссимо, япономама. Вот ради таких грибов мы ездим в лес. Смотрите, какая сеточка у него. Какая улитка сидит. Хочет съесть гриб, но мы успели. Фантастика. Спасибо, лес, за такой щедрый подарок. Это да, он еще и двойной, смотрите. Фу. Вот это грибос. Идеальный вообще. Лучший гриб за сегодня. Просто красавчик. Солнышко переливается. Вот это бомба. И вот такой грибной итог, друзья. Грибочки чистые. Красавчики. Папан, по-моему, ты вообще супер гриб нашел. Я сегодня в ударе, Миш.
Папан говорит, барабинга. Он был в шоке, да. Что? Смотрите, почему он был в шоке. Это что? А нога-то посмотрите. Красная. Ну давайте сорвем. Три раза терял дар речи. Фантастика, друзья. Не находили еще. Это какой-то новый боровик. Ножка похожа на сатанинского, смотрите, сетчатая нога. Ну а шляпа-то розовая. Красненькая даже. Обалдеть. Это что, боровик розовокожий или боровик легаль? Друзья, кто знает, пишите в комментариях. Пока мы не ели еще. Обалдеть. А то поздно, да, будет. Попал. Вот оно, твое счастье. Супер. Да, вот это надо так срезать. Это может быть... Что, чистая нога? А какие я собираю? Это интересно. Фантастика. Нет. Не так Санту пахнет. По-другому. Запах какой-то свой. Фантастика. Новый боровик нашли. Розовый боровик. Синеет, да, смотри, немножко? Нет? Нет, не синеет. Ну, такой голубой, но будет, как у Санты. Фантастика. Просто фантастика. А запах свой. Другой совсем. Счастье попал. Офигенно, братан. Вот это. Ого. А это что попалось нам? Желтенькое. Ножка снизу красноватая. Это лес чудес. Он радует нас вот такими грибами. Красноватая ножка. Сеточки на ножке нету. Это полубелый гриб, друзья. Если не синеет. О, немножко потемнел. Если сильно синеет, то это боровик коренящийся. Но он немножко другой, вот такой, более тусклого цвета. А это полубелый. Хотя, знаете, пятна остаются, да? Где-то я пачкаю так. Как будто синеет немножко, да? Интересно. Может, не полубелый, может, еще что-то. Но цветной балет — это уже хорошо. Красота. Видите, друзья, сеточка на ножке. И посинела, да? Где я нажимал пальцем. Это не полубелый гриб. Ножка красноватая. Розовела. Под шляпкой желтый. Под шляпкой он похож на полубелый, да и сверху похож. Он как бы сильно похож на полубелый, но у полубелого нету сеточки. А здесь даже где я нажал синий, видите, сеточка. На ножке вот я... Вот, видите? Это новый вид, друзья. Какой-то новый балет нашли цветной. Надо выяснять, друзья. Кто знает, пишите. Видите, посинело, ножка порозовела, сеточка есть. Похож на полубелый. Пишите комментарии, друзья, что за гриб. Чудо-гриб. Что это за гриб? Лес чудес радует. Фантастика. В следующем году вернемся. Мы уже боимся находить здесь грибы. Одни чудеса находим. Ё-моё, друзья. Обалдеть, вот это папан. Он сегодня просто вообще. Смотрите, какой грибус. Сеточка просто. Ой, под шляпочкой. Шляпка идеальная. Фантастика. А какой звук? О, ну что, давайте сорвем его. Сатанинский боровик. Вот это гриб. Идеальный. Вот это идеал, друзья, смотрите. Опять нас радует лес чудес. Смотрите, в прошлый раз был один, сегодня два. Два супер гриба. Я просто счастлив вообще, друзья. Просто счастлив. Представляете, какие они вкусные были, когда в прошлый раз пожарил. Обалдеть, какой грибочек.
Ёкаламане, друзья, смотрите. Идеальный, просто идеальный гриб попался. Санта. Шариковый. Вот так вот. Ай. Идеал. Просто идеальный вообще. Смотрите. Шляпочка какая. Вот это да. И вот такая вот рука несчастья. Фантастические грибочки. Боровики Деда Мороза. Ну давайте их уже сорвем и посмотрим, что это за грибы. А, желтенький под шляпкой. Это боровик коренящийся, друзья. Знаете, какие классные, молодые, красивый грибочек. А эти? Или оставить их? Он же горький. Чего их брать? Пускай растут. Ножку надрезала, она покраснела. Смотрите, как. А под шляпочкой синеет. Вот и осень. И дождь в окно стучится. Друзья, не только дождь. Вместе с дождями к нам пришли они. Вот он. Сосновый боровик. Первый в этом сезоне. Фантастика. 17 сентября 2022 год. И... Ох! Вот это да! Вот это грибок. Просто фантастика. А как вам такой богатый, друзья? Нифига себе. Ой, как его вытащит. Во, идеальный грибочек, смотрите. Первый сорт. Вот это да. Чудеса. Какие сегодня классные грибы попадаются. Вообще. Такой бугристый весь. Красавчик. А вот там я только что маленький срывал. Вот эти вот, где наступил-то. Оказывается, в стороне стоял такой большой. Это я обошел вот так вот кругом. И вернулся сюда, с другой стороны. И тут такой гриб. Прелесть. Да. Просто сказочная корзиночка. Друзья, папан говорит, это что, белый или не белый? Это золотой боровик. А это оказался золотой белый гриб. Смотрите, шляпочка какая. У нас таких не было еще, да, коллекции? А вот этот вообще, смотрите, золото просто. У нас уже под 20 видов их, да, да? Боровиков-то. Еще вот этот. Ой, такого какие. Нет у нас золотого. Смотрите, беленький, золотой, белый гриб. Новый вид, друзья. А понюхать? А, попробуй. Так, семена, грибницу. В разные стороны. Сосна живая. Сосной пахнет? Ага, живая сосна. Фантастика. Ух, вот ты, это какой, да. Хороший сосновый запах. Ой. О. А вот мой березовый, обалденный. Да? Обалденный. Вот он, да? Вот, сравни их. Да? Да, это, по-моему, золотой, смотрите. Да. И правда, березовый светлый. Золотой белый гриб. Фантастика. Кстати, друзья, я уже отчаялся, думаю, все, не найду. Но папан
опять на той же грибнице нашел золотой боровик, на той же самой грибнице. Огромного размера. Он правда как будто сосновый, смотрите, нога-то. Шляпка золотая, а нога-то как у соснового, видите. Так, нюхаем повторно. Это как будто смесь. Его, он пах сосной. Давай. Так, семена по ветру. Разносим. Вот так. Фантастика. Вырезали. Ой. Так. Да, пахнет как этот. Как сосновый? Как, да, как барабинга. Фу, блин. Золотистого цвета. Чудо. Фантастика. Мы нашли. Ставьте лайки. Олег обгонял. Видал какой? Олег, тебе привет. Да, золотистым боровиком передаем. Супер. Мы же вместе с вами просили лесовичка. И он вот сжалился над папаном. И Эль Негро подарил молодого. Смотрите, какого красавца. Ой, шляпка такая темная. Да, красивый. Верески. Опять папан, друзья. У него пошло, правда, на простые беленькие, но они, смотрите, какие классные. Вересковые беленькие. Опа! Ху-ху-ху. А гриб классный. Рядышком еще один красавчик. Тоже хорош. Ух ты! Молодой, смотрите. Идеальный грибочек. Вот так вот. Папан молодец. Какие классные грибы нашел. Чудесахтунг попался. Смотрите какой. Я подумал шлепун. А он такой твердый, смотрите. А нога-то какая. О-о-о! А это просто вообще богатырь. Это просто гриб. Или я Муромец. Смотрите какой. О-о-о! Он хороший. Во, что это с ним? Это, наверное, еще один грибочек рос, и он наш так и остался на шляпке. Нифига себе, монстр. Вот это грибочек. Офигеть. Красавец. Так, интересно. Вот, друзья, смотрите. А вот этот уже помоложе. Смотрите, какой красавчик. Наш кассетчатый. Грибочек. Ой! Вот это да! Какая сеточка, да? Под шляпочкой белый. Первый сорт. Нога твердая. Просто шикарный. И мой первый грибочек. Это что за чудо еще? Попалось. Красавчик. Нифига себе, какой грибаунд. Ё-моё. Идеальный, смотрите. Листочек дубовый на нем. Погилип. Какой красивый гриб вообще. Это папан нашел, друзья. Папан, иди сюда, искать еще будем. Это просто фантастика, а не гриб. Идеалишен. Ой, какая ёмочка беленькая. Красавчик. Япона мама. Ёпкаламане. Вот это боровинг. О, как красиво он здесь растет. А там еще, друзья. Вы представляете? Вот это монстр. Гриб-барабан. Моя дереса. Здесь я находил гриб-пират, тогда попался мне. И здесь, смотрите, это лучшая находка, наверное, сегодня.
Какая красота, просто фантастика. Как красиво растут грибочки. Шарики. Ой, какие грибы. Вот это да. Спасибо, лес, за такие дары. Прелесть. И вот такая рука счастья из березовых белых грибов. Молодых. Олег, тебе передаю привет, челлендж. Да и всем грибникам, друзья, давайте поучаствуем все в одном таком эксперименте. Соревнование по руке счастья. Грибочек попался интересный. Издалека подумал под березой, но это белый. Ножка, смотрите, сетчатая. Но она такая. Длинная сеточка такая. О, какая. Это, наверное, другой вид, друзья, да, смотрите. Ха-ха. Прикольный грибочек. Шляпка. Может, это какой-нибудь стальной белый гриб. Но сеточка другая, видите. Прям вообще интересный. Красавчик. Вот папан. А вот его супер находка. С чего началось клондайковое шествие на краю земли. После того, как я по пояс черники тут отходил 3 часа, позволил себе такую найти. Представляете, друзья? Давайте попробуем. О! Получается, смотрите. О, это что? Это змей Горыныч. Ой, паук ползет. Гриб змей Горыныч. Представляете? Чудо вообще. Сегодня просто чудесные находки. Ай, нифига себе. Представляете? Змей Горыныч. Змей Горыныч на краю света, на краю земли. Идем по нашему краю земли. И смотрите. Немножко. Опа-на! Какой монстрик попался! Ёкаламаная нога-то какая! Это самый монстрический гриб. Под шляпкой бело. Первый сорт, друзья, вот такого размера, представляете? Папан нашел. Сейчас мы здесь покрутимся. Вот такие надо срочно найти. Давайте сорвем его теперь. Ох! Дыхание перехватывает. Монстр вообще. Нифига себе гриб. Ой, папан, видал, какие? Белый гриб. Прям на корне елки сидит. Белого цвета вообще. А нога-то какая. Ой-ой-ой, друзья, смотрите. Опа-на. Вот белый это да. Был. Смотрите, белого цвета белый гриб. Еловый, что ли? Еловый, он на корне. А вот еще один. На корне елки. Красавчики. О, какие. Два шикарнюших беляшика. Классно. Случайно попался. Вон опята. Ложные опята. Какой-то лес тут такой чудной. И вот такие грибы. Классно. Идем, папан говорит. Осторожно, не споткнись. Пляжный мальчик. Смотри, какой загар у него идеальный. Шляпочка, смотрите, идеальная вообще. Beach Boys. А ножка? Ух, какая нога-то у него. Ху-ху-ху. Это, наверное, лучший осакари сегодня. Красавчик. Ну, он со своей бандой, друзья. Слышь, тут претендентов. Претендент? Название. Смотрите, хопа. Ничего
Ты куда меня завернул-то? Что здесь сейчас? Опять клондайк? Опять клондайк. Вот тут еще один гриб, друзья, смотрите. Лепешечка. О, а он хороший, друзья. Этот лепешечка-то. О! Вот это да, слон. Нога-то свойкая у него. Гриб-слон, друзья. А, нифига себе. Вот это осакарь. Вон его место. Закрываем. Нифига себе. Вот это слон. Да, друзья, вот это мы попали. На классную жилу. Вот так еще слона сюда. И этого еще сорвем. А вон там, за корзиной. Во как. Тут еще за корзиной. Два у меня, да? Все в грибах, друзья. Во. 9 штук. Никого. Потом 9. О, фантастика. Пана. Ну давайте теперь сорвем эту красоту. Ха-ха. Чувствуете, друзья? Гриб-то свежий. Твердый вообще. Первый сорт. Осокой. Нифига себе. Для меня выше. Вообще твердый. Это, слышишь звук? Постучи, и... папа. Это мне фантастика, друзья. А эти два кабанчика. Оба-на они парочкой. Да какие. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это находка. Это просто бомба. О, один с карамелью. Лучший, папа. А другой с кремом, да? Смотри. Да, да вот. Да. Обалдеть. Я здесь буду ходить, Миш, ты иди куда хочешь. Фантастика, друзья. Вот это осокари. О, ставьте лайки, друзья. Ну что, друзья, что вы выбираете? Осокарь или барабинго? А папан что выбирает? Я? Обоих. Нравятся оба. Смотрите, друзья, а вот такой грибной тох сегодняшнего дня. Красота. Почти 3 корзины. Вот вам и барабинги, красавчики. И осокари. И еще осокари. Все, попал. Красота. Я счастлив. Бинго. Бинго. До дома буду добраться. Фу. Все, друзья. Устали, но счастливые. Поедем домой.